Съемка! Внимание! Ребята, сегодня 13 апреля 2014 года. Мы заканчиваем осенне-зимний сезон и начинаем весенне-летний сезон. Это белые медведи моржи Алтайского края. Сегодня мы переплывем наше любимое озеро Пионерское туда-обратно. Вот. И к тому же сегодня у нашего друга, нашего пловца, восходящей звезды Антона Масляковского день рождения. Поэтому прошу любить и жаловать. Делайте как мы, делайте лучше нас. Вперед! Ура! Ольга, где фотик? У кого? У Валеры. Возьми в кармане. У Валеры в кармане. У Валеры, бери собаку. Давай, я подержу. Валер, котик возьму. Кристанчик. Все, здесь, спасибо. Ольга! Она не ушла. Ну теперь жди, Николай. Внимание, надо же, с мешковиной. Давай, муха, муха. Вперед, муха, вперед, хозяина, давай. Полипропиленовый. Да ты что? Сегодня 13 апреля 2014 года. Федерация акваспорта «Белые медведи» города Барнаула открывает сегодня вот этим заплывом весенний-летний сезон. Это первая открытая вода в этом году. Город Барнаул, озеро Пионерское. Татьяна! 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 Вода сейчас плыви, не видно. Вот так вот. Татьяна! Вот так вот здесь вот плавай. Это мы в тепле. Сергей! Быгов! Давай, давай сюда. Поехали! Давай назад! Работаем! Забирай дедова короля! Чунгачангу везите обратно! Чунгачанга не хочет возвращаться домой! Этот тачик-то возьмет? Молодца. Я просто утверждаю, что жар-птицы стаями не летают. Только моржи стаями. Вау, чунга-чанга! Зеленые девчонки! Ты синий мальчишка! Вообще красава, красава! Главный институт борщ индейцев за тобой, Ольга. Здорово. Итак. Баба! Сезон начать! Весенне-летний! Солнце! Главное, Мухтар самый главный там. Да-да-да! Мухтар самый главный герой! Муха! Ох ты гадный! Муха, зачем ему мячик только непонятно? Вообще классная вода, да? Она его не поводит. Муха! Ох ты, Муха! Муха, да ты красавчик. Муха, муха. Ты меня уже сфотографировал. Да ты сам, блин, на пятый. А это Чунга-Чанга, наш новый герой. Именинник. Подождите, зеленый зеленок. Муха, иди к нему, иди.
Процесс идет. Что там это? Спектакль? Антон, ты самый красивый рассказчик. Температура воды 7 градусов, температура наружного воздуха 10 градусов. Это наши девчонки, русалочки. Как водичка? Хорошая. В воде лучше, чем на берегу. Почему? Так, Татьяна, стой. Стой. Хватит. Говори что-нибудь. Скажи для... Антона, поздравляем с днем рождения. Прекрасный день. Прекрасный человек в нашем коллективе. И у нас все самые замечательные, самые хорошие люди. Это Маржи. Все, спасибо. А это вот озеро у нас Пионерское. Здесь уже нету льда. Впервые мы тут плаваем безо льда в этом году. Вот на этом месте, дорогие друзья, была незамерзающая прорубь. Сейчас, как видите, ничего нету уже в проруби. Спасибо за внимание.